вообще, как-то мне больше нравится Silent Hill 2, нежели третья часть в плане хождения по городу. Silent Hill 3, там буквально мы делаем какой-то поворот, да, то есть от отеля, да, такого, даже не мотеля, а хостела, да, такого, до, даже не хостела, а мотеля, да, мы делаем какой-то просто крюк, да, от мотеля до Брок Хевен госпиталя. И все. И это все. В этом и заключается хождение по городу. Это очень печально, когда в играх про Silent Hill нет самого Silent Hill. Именно поэтому мне не нравятся Silent Hill 3 и Silent Hill 4, соответственно. Ну, я молчу, конечно, про Homecoming. Origins, конечно, постарались насчет этого. Там по городу еще можно походить, побродить. Можно заглянуть даже в Альчимела Хоспиталь, но мне как-то не нравится сама идея Silent Hill Origins. Очень уж она как-то напоминает второй Silent Hill, только гораздо-гораздо хуже. То есть, типа, сюжет украден оттуда, а... Ну, то есть, не сюжет, даже идея, наверное. Вот, а... Исполнено это как-то очень плохо. Да, и там можно переходить когда угодно в... Из плохого в хороший мир, так сказать. Ну, точнее, из темного мира в светлый мир и обратно. Смотрите, кто-то выбросил манекены. Мы с ними разберемся сейчас. Крутой стрелок Джеймс сейчас покажет, кто здесь босс. На. И ты получи тоже. Your ID. Что бы это значило? Твой ID. Тут скоро должно быть историческое сообщество Silent Hill, судя по карте. Еще одна реклама какая-то. Да, вот оно. Его мы посетим попозже чуть-чуть. Так что нам сюда пока что не нужно. Увидимся мы в следующий раз. Всем удачи. Итак, мы продолжаем проходить игру Silent Hill 2. Там всякие ошибки природы пытаются нас как-то достать, но мы не поддаемся на это, уничтожаем их быстро. Да, и сейчас, я напомню, мы двигаемся на запад, к отелю Lakeview, чтобы там, видимо, найти нашу жену. Но, ух ты, еще один трупак. Да и патроны для пистолета плохо. Еще и карта тут. Так, Роуз. Почему парковка, интересно, перечеркнута? В Роузвотер парке. Или, может быть, это весь Роузвотер перечеркнут? Типа, там ничего нету. Да, но то, что тут ничего нету, я понял. Мост, конечно же, разрушен, и у нас нет выбора, кроме как возвращаться тем же длинным путем назад. Вообще как-то смешно, а эти самые манекены вылетают из... обочин дороги, да, как будто их кто-то выкидывает сюда. Вот еще один прилетел. Джеймс так посмотрел, отвел взглядом.
еще один готов. На карте было отмечено... Отмечен местный боулинг. Может, пойдем туда? Но перед этим, я думаю, нам неплохо было бы зайти на заправочную станцию. Там нас ждет новое оружие. 3 лечебных напитка и 2 коробочки патронов для пистолета. В принципе, не зайти туда было бы большим грехом. Тут недалеко еще баночка здоровья. Спасибо. Спасибо. Джеймс так посмотрел на Марию, типа, что запыхалась? Кросс и не бегала, что ли? Вот так вот. Рванул Джеймс, рванул сразу же. От нее подальше. Так. Что здесь у нас есть? Да, вот та самая труба, про которую я говорил. После нее, как ни странно, машина сразу же заглохла. Так, забираем здесь еще коробочку патронов и лечебный напиток. Пройти по этой улице нам не удастся, тут все перекрыто. Значит, мы возвращаемся и идем в боулинг, тот самый, который я отмечен. Но зайдем мы туда в следующей части. Пока что на этом все. Спасибо всем большое за просмотр. Всем удачи, спасибо и пока.